Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, ну что, как я вам ранее говорил, сегодня мы откроем двух персонажей. Так, ежедневные цели, что там у нас? Да что ты делаешь-то? Покажи мне цели. Ага. 124-127 энергии. Понял. Так, ну что, ребята, война альянсов. Я все свои баллы, по-моему, потратил, если не ошибаюсь. Мы в войне проиграл наш альянс. Я не знаю, мы уже... Когда последний раз мы выигрывали, я даже не помню, ребят. Вот в этом альянсе, я не помню, чтобы мы когда-то уже вот выигрывали. Постоянно проигрываем в основном. Вот, не знаю, почему, вроде там смотрел по уровню. Может быть, не все участвуют просто в этой войне. Это, конечно, плохо, что многие не участвуют, как бы. Получаем все из общего котла, и как бы, как по мне, нужно всем драться. Так, ну что, особо не буду рассусолить, потому что здесь все равно нам делать нечего. И, как ты видишь, первым это, ребята, у нас будет ящер. Злодеи, город, био, протектор, почва, вселенная, зловещая шестерка, совершенная. Доктор Кертис Коннорс хотел создать регенеративную сыворотку на основе ДНК рептилии, но случайно превратил себя в злодея-ящера, который использует свои новообретенные силы, чтобы сыпать отрицательными эффектами. Вербуем, друзья мои, вербуем. Так, у него две звезды, я думаю, не надо читать, но все равно давай посмотрим. Значит, первые, ребята, это ярость хищника, наносит основной цели 80% проникающего урона, также атакует до двух ближайших целей, наноси 40% проникающего урона. И второе, это удар хвостом, наносит основной и ближайшим целям 60% урона и превращает случайно положительный эффект в замедление. Этой атаки невозможно избежать. И второй, это Крейвен Охотник, тоже, ребята, из зловещей шестерки. Крейвен – неумолимый охотник, которого интересует лишь самая опасная дичь. Он готов на все, чтобы разбить врагов и сломить их волю. Вот так вот. Вот он, Крейвен, ребятушки. И первое, что у него за удар, это удар ножом, наносит основной цели 90% урона. Дает контратаку. Нормально. Второй – некуда бежать, негде прятаться. Наносит основной цели 100% урона, также атакует одну ближайшую цель, нанося 100% урона. Превращает до двух случайных положительных эффектов у каждой цели в отрицательные, снимая готовность. И также у него в космических испытаниях вместо указанного выше наносит всем врагам 100% урона, дополнительно дает плюс 70% к шансу крита удара. А если враги... Ага, если враги персонажи поддержки, от этой атаки нельзя уклониться, а на нее нельзя ответить контратакой. Вот такой, ребята, у нас сегодня был выбор. Так, что мне там надо? Мне надо... Сейчас, в данный момент, ребята, я коплю... Ну, хотелось бы, конечно, это событие. Кристалл вообще у нас находится? Кристалл где-нибудь, блин? Нет, поэтому, блин, у меня не получится, да? Это надо прокачивать вот этих вот хламонов. Получается так. А по-другому никак, ребята. По-другому не пройти это задание мне. Вот потихонечку, потихонечку, ребята, я их усиляю. Что ты делаешь-то? Потихонечку прокачиваю и... Надеюсь, в скором времени мы пройдем. Так, ну что, йо-йо. А что ей нужно вообще? Так, типа кристаллы, да, такие нужны. Давай попробуем выудить. Ну там сколько? На две шмотки получается, да? Да, на две шмотки. Здесь нужны, опять же, ребята, эти кристаллы. Энергии всего пятнашка, то есть... Ну, повезло. Еще
плюс одна шмотка, ребят. Категория пятая у нее. Мне бы хотя бы до 20 тысяч поднять, и мне было бы уже немножечко, ребята, попроще драться, потому что противники... я уже не помню там. Но рекомендуется персонажа вообще-то 60 в плюс. Уровень со снаряжением категории 9. То есть категория снаряжения 9, не 5, а 9. И способностями плюс 5 уровня. То есть, ну... такой намек дают. А здесь... а здесь, друзья мои, мне нужен змей. Кстати, да, пока у меня нет змея, дайте я энергию-то потрачу. Сейчас только выберу что-нибудь потолковый. Вот это, например. Ой, хотя да. Стоит 80 этих, нормально, нормально. Ну и здесь по десятке вольем. Так, также я хотел вот здесь вот, ребята. Блин, не здесь. Здесь, да? Короче, здесь нужен, ребята, змей ночной. А чтобы ночного змея открыть, нам нужно с тобой 600 капсул. Чтобы нам открыть капсулу и получить осколки на змея. И опять же, ребята, неизвестно, сколько там будет. Нам нужно 15 осколков, чтобы его открыть. Но сколько там выпадет? Там может выпадет и 1, и 2 осколка максимум. Так что особо обольщаться, ну, сам понимаешь, не стоит. Потому что с моим везением в этой игре это вообще ни о чем. Такс, что у нас там еще? Я хотел вот здесь. Правда, тут, наверное, немножко осталось. 30 всего лишь. Здесь попробовать, может быть. Ладно, фиг с ним. Я... о! А Стрэндж у меня, по-моему, и так, да? Да, ребят, дубликат. Так, ну и теперь энергия. Подожди секундочку. Что у нас тут показывается? Ай, красная сфера. Космо там выпал, да? Так, а здесь... опять же, ничего хорошего. Так, подожди, сколько у меня там? Ага. Тут либо Робби брать. Давай, наверное, так сделаю. И так. И гамбита возьмем еще заодно. Так, тут у нас 500 голяк, короче, да, ребята? Такс, ага. Ну, давай. Ну, тут обычно, ребята, дубликаты в основном попадают. Так что на что-то рассчитывать более-менее такого хорошего даже не приходится, если честно. Уже сколько, ребят, пробовал. Бесполезно. Так, в рейдах, в альянсах у нас что? Энергия 23. Давай дальше ее добьем просто-напросто. Так, куда? Сюда? Давай сюда пойдем. Ну хорошо. Ну. Блин, победа такая с натяжечки, с такой, ребят. Так, вот это вот убираем. Вот это тоже убираем. Вот это вот ставим. Такой команды сейчас разорвем их просто. Просто в лохмоте. Но вот мне надо еще, ребята, команду злых прокачать. Потому что вот у меня за таких есть, а вот за добро, к сожалению,
Нету. А здесь я не могу пройти, ребят, здесь меня завалили. Что-то куда-то там прыгнул. И меня там просто разворотили. Да и как видишь, персонажи-то не особо тут мощные. Слушай, я могу вылечить, конечно. Только что это даст мне? Команда все равно нубло, ребят. Даже если каким-то чудом... Нет. Прикинь. Они все за сотку, а у меня эти тут только один 141. Ну, он, естественно, ребята, не вытянет. Потому что, по большому счету, он никакой не боец. Локи, он такой... трусливая пёся, так скажем. Который прячется там за спиной. Так, ладно, мне надо еще энергию потратить. А трачу я, ребят, на поиски. Так, я хочу Локи, ребят. Я не знаю, зачем он мне нужен. Но хочу ему добить Иза. Да, под... две всего лишь. Две. Ну, как-то так. И сейчас есть только еще припасы, ребят, купить. И, в принципе, все. Я и говорил, что будет коротенькая серия, ребят, что... особо тут обольщаться нечего. Так, купим это. А, давай здесь возьмем. Так, вот это купим. Два. Ну давай возьмем фиксим. Пускай будет. Так, 171. Ну вот это вот надо. Ну и в принципе пока все, да? И вот здесь. А, здесь уже все скуплено у меня. Так, сейчас секундочку. Еще по сферам пробежимся. Окей, нормально. Сфера рейда. Ну что, наверное, все, ребят. Прокачать я все равно сейчас никого не смогу. Потому что у меня не хватает ресурсов для прокачки. Но персонажей мне нужно было этих открыть. Блин, когда ты уже прокачаешься, мужик? А, серветник. Блин, псайлок надо тоже как-то добить. Хотя бы до 200-ки, ребят. Да, все, больше счета. Ну, в общем, серия была для того, чтобы, ребята, открыть мне... двух персонажей, чтобы я мог, если что, их уже спокойненько качать, чтобы у вас не было вопросов, откуда они у тебя взялись, почему ты эту серию не записал. Ну что, дорогие друзья, а на сегодня тогда будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!